Персонаж такой слегка подвыпивший мужчина. Место действия – постель. Ну ладно, обрадовались. Сыну сказку рассказывает. Сынок, вот ты просишь рассказать тебе сказку, а папка сказок не знает. Ну, мамке, конечно, рассказывал. О, еще как, про золотые горы. Короче, жили-были. Что говоришь? Почему все сказки начинаются с жили-были? Нет, сынок, некоторые сказки начинаются со слов: если вы проголосуете за меня на выборах, ну, это тебе рано еще. Значит, жили-были старик со старухой. Часто старухи живут с пацанами. А старики с тёлками. Раньше все было по-другому. Все было по-другому. Жил старик со своей старухой, понимаешь, со своей. Она ему не приедалась. Может, она наряжалась медсестрой, а он огородным пугалом. Как пугало выглядит? Ну, на нем там шляпа, перья всякие, тряпки, цепи, верёв. Да, как Киркоров. Ой, жили они, не тужили. Что значит не тужили? Ну, значит, не тужились. А чё им было тужиться? Раньше все было натуральное. Съел и ходишь. А сейчас? Сейчас съел и бегаешь. Коль живот раздут от газов, пучий глаз примите сразу. Вот. И была, значит, у них курица, ряба. И снесла эта курица им яичко. Не простое, а золотое. Вот. А у деда были золотые зубы. И, конечно, бабка заподозрила. Говорит, интересно знать, а кто отец ребенка? Как даст деду яйцом по зубам? Или зубами по... Короче, била-била, не разбила. А дед разозлился, ой, как забросить старуху, то есть этот невод. Синее море, жили-то они у самого Синего моря, да, в Крыму. Вот, и забросил старик невод, и пришел невод с одной травою морскою. Дед траву посушил, покурил. Что дальше? Ну, а как что? Понятно, что дальше? Как рыба заговорила. Да, говорит, отпусти меня, старче, я, говорит, тебе подгоню бабку помладче. А в это время колобок выкатился из бани в чистое поле, плачет, рыдает, говорит, блин, голову-то я забыл помыть. Что там, кроме головы, мыть? Дед пожалел Колобка, говорит, ну, присядем на дорожку. Сел на Колобка. И все, пицца готова. Дед бабке говорит, в следующий раз, говорит, не лепи Колобок, сразу лепи пиццу, дороже продадим. Что дальше? Дальше посадил дед репку. О, репка осидела, выходить не хочет. Говорит, почему Кощей такой злой? Ха, будешь злой. У него иголка была в... Ай! И запомни, сынок, запомни, самые лучшие сказки написал Андерсон. Но откуда я знаю, как его звали? А, не, погоди, погоди. Кажется... Памела.
Ой. Ой. Ой, сынок, кстати, про Памелу, сынок, ты спи, а я пойду мамке сказку рассказывать, почему вчера дома не ночевал.